Здравствуйте, магазин «Автодети», меня зовут Ильдар. Сегодня мы покажем, как снять чехол для стирки с кресла B-Safe EasyFlex S-Fix. Начнем с нижней части, с двух кнопок под подголовником. Отстегиваем. И стягиваем чехол подголовника вперед. Для удобства можно его приподнять. Чуть-чуть. За подголовником есть пластиковая вставка. Аккуратно вытаскиваем. Пластинка держит. Теперь снимаем боковую защиту дополнительную с обоих сторон. И отцепляем пластик, вот такие крепления с боковины. И чехол подголовника вместе с чехлом спинки держится еще снизу на двух резинках. Теперь чехол сиденья, чтобы отстегнуть, нужно снять две резинки с задней стороны с крючков. И вытаскиваем вперед просто из прорези. В передней части также его держит такая же пластинка, как и в подголовнике. Все, чехол сняли. Стирка в щадящем режиме 30 градусов. Теперь в обратном порядке. Можно сразу начать с резинок. Зацепляем снизу. В передней части заправляем пластиковую накладку. Заправляем чехол в прорези. И нужно вложить резинку под красные направляющие для автомобильного ремня. Теперь надеваем чехол подголовника вместе со спинкой. Зацепляем снизу резинки. И накидываем чехол на подголовник. С задней стороны просовываем пластинку, пластику. Выкладываем чехол в прорезь между пенопластами и пластиком. И с нижней стороны зацепляем кнопки. И последний возвращаем на место чехол боковины. Зацепляем пластиковый держатель, он одновременно держит и чехол, и в ней же потом вставляется еще дополнительная боковая защита. Ну и сама боковая защита. Надет. Спасибо за внимание. До новых встреч.